день рождения в супермаркете в Бикси. Огромный стоит на входе торт. Интересно, кто он, наверное, не настоящий, поэтому тыкают. Почему настоящий? Видишь, попробуют? Да, не настоящий, вон там пластик. Ну, короче, не настоящий. А это? Не все заполнено. Только сверху. Только сверху. Это масло, ну. Мама тоже попробовала. Рис. Разные виды. Токсикор. Рис. Там жасмин, фиолетовый рис, рис черный, круглый. Ой, Дима колбасу нашел. Взял колбаски. Да нет салфеточки. Что ли, что это? Это, наверное, что-то поделку какую-то. Это как, а нет, сладкая, видимо, какая-то. Это тоже не мягкая. Она, ну так вроде, знаешь, не мягкая, но не мягкая. Она сахарная какая-нибудь. Может, это бомбочка кей для банды? Кей какой-то, да. Может, это бомбочка для банды? Айсберг, это, наверное, салат называется. Это называется помело. Yeah.